Уникальное украшение ручной работы – мечта любой модницы. Вдвойне приятно сделать его своими руками. Мастер Ольга Сорокина расскажет о самой сладкой технике в работе с полимерной глиной. Берем сахар, накладываем немножечко на ладошечку. Берем шарик и раскатываем в этом сахаре. Встретимся с вами 19 марта в 19 часов на национальном телевидении «Чувашия».